кабинете директора гимназии номер 4 Натальи Козельской весь день не смолкают теплые слова. Поздравить заслуженного работника образования приехали и члены общественного совета «Химки. Интересно жить» и депутаты городского совета. Всей души поздравляем с вашим юбилеем. Здоровья, благополучия, удачи, долголетия. Ваш труд, он очень ценен, важен. Спасибо. Вот прям даже хочется вас обнять. Члены общественного совета «Химки. Интересно жить» Михаил Раев, Николай Томашов, Ирина Беляева и Татьяна Кавторева вручили подарки и поблагодарили педагога за десятилетия безупречной работы. Было очень приятно обнять, поздравить, так как мы эту школу знаем очень давно. Они отличаются тем, что очень активно участвовали в проекте «Химки. Интересно жить», постоянно участвовали в мастер-классах. По мнению депутата, именно такие руководители, как Наталья Козельская, способны и объединить людей, и вместе с ними участвовать в развитии нашего города.